Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar met a bitch on tour. Cam did too. Cam did too. Dollar met a meal on tour. Cam did too. Cam did too. Здарова всем, друзья, с вами Мистер Чир, и мы продолжаем карьеру за Washington Capitals, и мы играем против самого главного соперника для Вашингтона, это Pittsburgh Penguins. Погнали играть. Я думаю, что этот матч будет очень сложным, и в начале сезона Pittsburgh будет просто вгрызаться в нас, поэтому нужно просто собрать все силы в кулачки и играть на победку. Играем на выезде. Будет намного сложнее, чем я думал. Почему-то я первый раз подумал, что мы играем дома, но нет. Мы играем на выезде. Овечкин входит в зону. Отдал на Оши. Хорошо в обороне. Подбиваем клюшку Холби. Карлсон. Бросок неплохой получается. Кузнецов до сих пор на льду. Бросок низко, не на рикошет, Мюррей. Аккура, удаление. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки Орлов там подножка? Я думал... А, так это Кэмпни, которым мы не управляли. Подножку сделал. Зашибись. Мы управляли Орловым. Как-то постараться шайбу это было вывести из зоны. Но не получается. Или Даут, как правильно. Нисканен! Есть бросок в меньшинстве. Мюррей на чеку. Главное... Не накосячить сейчас Карлсон. Успевает быстро лечь под шайбу. Холби. Холби еще раз. Малкин здесь за воротами. Нужно аккуратнее с ним сыграть. Встретить. Неплохо. Нисканен. Не дать. Шайба в воротах. Я надеялся на то, что Холби все-таки затащит этот бросок. Перекрывал передачу. Но Холби пропускает ближний угол. Счет становится 1-0. Обидно. Давайте посмотрим на этот гол. Да, я перекрывал полностью передачу на игрока, который был левее от нас. Но все-таки получился бросок и ближний угол был поражен. Ну что... Выходит, первое звено у нас. Должны мы сравнивать счет. Посмотрим, как это у нас получится. На рандеву с вратарем. Бросок будет. Переиграл, но Холби цепляет просто кончиком своих щитков. Это бросок. Холби. Очень много бросков. После того, как мы удалились. Взялся за последние секунды. Последние минуты. За атаку. И неплохо смотрится. Вот поэтому, друзья, когда ты удаляешься, после этого наступает такой промежуток доминирования, можно сказать, команды соперника. Тем более, когда они забрасывают шайбу. Они просто летят вперед и думают, что им удастся еще одну забросить. Мата. Бросок, шайба в воротах, и им удается еще раз забросить. Типун бы мне на язык, но... Я накаркал еще один гол в свои ворота. Как я и говорил в комментариях, друзья, то, что первую игру бы на звезде... Это дубль. То, что первую игру бы на звезде выиграли 4-0, это еще не значит, что следующую игру мы не проиграем там со счетом 10-0. Ну что, первый период мы проиграли подчистую. Коннелли! Бросок! Противоход голкиперу. Первый период заканчивается. 6-11 по броскам, но это нужно хотя бы в овертайм эту игру выводить. Есть бросок, шайба в воротах! Кто ее забрасывает? Овечкин? Овечкин все-таки добивает эту шайбу в ворота. Давайте посмотрим на повторе, как же эта шайба все-таки залетает. Оши там раскачал защитников, ушел под удобную себе руку, бросил. Шайба... Вываливается из-за вратаря, из-за Мюррея, видите, из-под мышки. И Овечкин там уже в пустые ворота просто эту шайбу заколачивает. Но если бы не Овечкина, думаю, что защитник там бы мог и вытащить эту шайбу. Поэтому Овечкин красава. Еще раз встретить. Опасно! Ох ты, какой бросок от Кросби, проброс будет.
Колби. Овечкин вроде бы на смену ушел как раз таки в этой атаке. И неплохо! Это просто шикарно, друзья. Это просто шикарно, что сейчас произошло. Мы просто взяли и разорвали Мюррея в воротах. Мюррей вообще не понял ситуацию, которая сейчас произошла у его ворот. Вроде как Нисканин там просто поборолся за эту шайбу. Выцарапал ее. Да, Нисканин отдает пас просто скрытый на Оши. И Оши отправляет эту шайбу в ворота. Это шикарная шайба. Одна из, наверное, лучших шайб за всю историю, которая была у меня в карьерах. Эллер получает по рукам удаление. Сравняли мы счет и сразу же получаем от Хегелина подарок в виде двух минут в большинстве. Есть бросок Бураковского! Шайба выброшена за пределы площадки. Это 5 на 3. Есть бросок! Неплохо! Что-то из этого выжить. Нисканин мимо. Бураковский. Нисканин, еще один бросок. Шайба застревает в защитнике. Карлсон! Ну, голкипер видел момент броска. Все было для него очень даже легко. Ну, хотя бы на третье очко пошел. И бросок Орлова. Подставленная клюшка, но шайба пошла вообще мимо ворот. Врана. Передача на Кросби тут. Неплохо сыграно. Неплохо. Прошла передача на Смитпелли. Смитпелли ищет партнера. И Орлов. Есть шайба в воротах. Вторая такая шайба от Орлова. Давайте посмотрим на повторе. Там как раз таки не успевал пятый игрок, который должен был закрывать эту передачу. А, нет, это первый в голову. Вот, видите, не успевает. А, даже четвертый, пятый вообще был только на скамейке. Не успевает перекрыть этот пас. И Орлову никто не мешал, чтобы бросить точно в ворота. А он еще и от перекладины эту шайбу отправил. Выходим мы вперед, 3-2. Замечательно. Орпик! Вилсон, последняя минута периода пошла. Удаление опять у Питтсбурга. Это хорошо. Ждем шестого игрока. Не хочу разрывать удаление на два периода. Получает Шульц 2 минуты. И всего лишь 5 секунд у нас на реализацию во втором периоде. Ну, такое себе. Есть выигранное вбрасывание. Карлсон, бросок. Шайба где-то в Мюррее застряла. Ну что, заканчивается у нас второй период. Мы вывели себя вперед и уже идем на победку. Да, по броскам просто превзошли во втором периоде Питтсбург. И это помогло нам в одну шайбу уже ввести. Ну что, погнали реализовывать большинство. Овечкин, хорошо. Овечкин! Ближний угол. Удаление. Ой-ой-ой-ой-ой. Там жестко было в борт. Впечатано. Карлсон на 2 минуты минимум уходит. Ничего себе с разворота. Я думал, ты спокойно встанешь и бросишь. Выгодное бросание. Есть бросок. Касание. Хорошо. Мы все-таки в меньшинстве играем, поэтому нужно быть аккуратным. Орпик. Оши. Орлов. Второй бросок. Орлову мог также быть голевым. Орпик. Откатываемся, откатываемся. Ближний угол опять бросали. Проходит пас, но Нисканин хорош. Бросок Холби. Кузнецову. И вот тут на Александра. Нет. Аккуратно. Сам. Сам в ближний угол. 4-2. Дубль Александра Овечкина в этом матче пока ведет нас к победе. Капитан, как говорится. Второй гол сегодня, третий в сезоне. Неплохо на тормозах, можно сказать, убрал защитника. Развернулся, выкатил, бросил.
Все, что нужно первоклассному нападающему. Пространство для броска и все. Аккуратно ближний угол опять же. Не даем бросать. Есть бросок, но здесь Колби хорош. А здесь уже не успевает. Не успевает закрыть. И счет 4-3. Но передача под вантаймер. И шайба в воротах. О господи, там прозрачный рот у болельщика. Первый гол в этом сезоне. Как он радуется. Как он радуется первой же заброшенной шайбе в этом сезоне. Карлсон не успел накрыть бросок. Не успел. Не убрал шайбу под себя. И быстрая контратака. Питтсбурга приводит к штанге. Эллер неплохо здесь открылся. Эллер. Убрать шайбу. Бросок ближний. Главное не удалиться под конец. Иначе будет очень жарко. Карлсон, пустые ворота. Опасно. Прижали. Выпускают Овечкина на хэт-трик. Давайте, выиграем вбрасывание, выводим Овечкина на хэт-трик, как он это сделал с Бэкстримом в предыдущей игре. Вашингтон. Что такое? Судья! Что было? Нет. Не получится Овечкина вывести на хэт-трик, потому что судья почему-то свистнул. Непонятно зачем. Бураковский. Жестко встретили. Кросби. Не дать войти в зону. Удаление будет. Ой-ой-ой-ой-ой. За 13-3. За 13-2. Ну что, выиграем брасываем. Мы просто выбрасываем шайбу. Если честно, удаление в таких моментах даже хорошо, если ты выигрываешь брасывание. Но мы проигрываем его. Бросок! Отбивает Холби! Последние секунды! Мимо! Две! Одна! Это победа! Это победа, друзья, над сложным соперником. Господи, я уже заикаюсь. Над сложным соперником победа. Овечкин вторая звезда матча. Оши третья. И тот чувак, который чуть ли не похоронил свою команду еще во втором периоде. Первая звезда матча. По броскам равенства. По времени в атаке мы очень много комбинировали, поэтому время в атаке у нас довольно-таки приличное. Ну что, мы отправляемся во вторую игру. Думаю, что там будет тоже интересно. Полетели. Ну что, вот он и второй соперник. Это Вегас. Да, друзья, это наши соперники по прошлому финалу, да? Будем так говорить, по прошлому финалу Кубка Стэнли. И теперь вот она, битва после титула Вашингтона, поэтому тут нужно просто еще больше собраться, чем с Питтсбургом, и доказать, что не зря бы выиграли Вегас и взяли Кубок Стэнли. Полетели. Есть выигранное вбрасывание. Первое же. И, кстати, домашняя игра. Овечкин. Здравствуй. Ну, это драка. Ну, Овечкин должен просто ему наколотить по всем помидорам. Да ты чё, офигел? Все, лежать. Жалко, что Овечкина не будет, да, долго на льду, но отправился он на скамеечку штрафничков. За жесткий силовой там. Вот он, удар в голову, можно сказать, да? Ну и здесь тоже несколько ударов в голову привели к тому, что МакКнейб лежит. Что-то с глазом у Овечкина, у этого все хорошо. Хотя Овечкин вроде бы победил здесь. А удаления, кстати, не было. Вот так вот. Там чисто, можно было сказать, сыграно Овечкиным. Закрыл борт. Но шайбу потерял. Удар по рукам. Карлсон опять на скамейку штрафников отправится. Вегас ждет шестого игрока, но не успевает. Главное дольше владеть шайбой в меньшинстве. И это залог, можно сказать, здоровье. Хобби. Удаление. Удаление. И мы сравнялись по удаленным парнишам.
Овечкин, кстати, вышел уже, да? Да, 5 минут отсидел. Удаление? Да ладно! Кого? Бэкстрима? Кого сажают-то? За блокировку, да. Бэкстрима сажают. Или это за атаку игрока, не владеющего шайбой? За что это? Да, за блокировку. Блокировали друг друга даже после того, как мы поменяли игрока на Овечкина. Нискорен. Хорошо, покатаемся. Удаление, 3 на 3. Не зря покатались. Овечкин здесь же. Встречаем. Ой-ой-ой, ошибка-то какая. Овечкин. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая же ошибка от Александра Овечкина. Он должен был до конца там идти с ним. И вот она, пропущенная шайба, опять первая. Опять мы первую пропускаем. Здесь Овечкин упускает игрока. Промахнулся по клюшке. И уже потом было ему трудно что-то сделать. Смитпелли. Успеет ли кто-нибудь из наших? Низко нет, нет, не успевает, но силовой проходит. И будет удаление опять. Судья сегодня очень строг вообще на силовые. Вошли в зону. Оши в ближний угол просто взял и убил. Просто взял и убил ближний угол 1-1. Сравниваем мы быстро счет. Отлично. Бум. Вот он и выходит уже. Ай, не получилось отдать на него передачу. Обе. Бэкстрим. Бросок в дальний. Флюри. Ошибка от Флюри могла быть очень коварной. Бараковский закрыть корпусом. Ушел. Отдал передачу. Бросок. Флюри. А где? Где защита-то? Бэкстрим. Ой-ой-ой, а почему так провалились-то? Почему так провалились? Реализация большинства Вегаса. Давайте посмотрим на повторе. Как же так упустили игрока, который просто набегал там на шайбу, которая шла по борту. Нужно обязательно на это посмотреть. Райли Смит забрасывает уже вторую шайбу за сегодня. Что-то по дублям у нас очень много. Ну вот как упустили его? Вот как его упустили? И здесь уже передача на пятак на Смита. Ну и Смит просто разорвал Холби. Обидненько. Кэмпни выше ворот. Но бросок был шикарным. Была. Кэмпни. Закрыть. Хорошо. Холби. Молодец. Конец первого периода. Счет 2-1. Сразу же с первых минут Вегас показывает, что они должны рвать и доказывает, что они должны были Кубок Стэнли выигрывать, а не Вашингтон. Ну что, давайте, первое звено. Полетели. Не в первом, опять удаление. Да что ж, судья, ты такой сегодня жесткий-то? Почему нельзя сделать силовой прием? Ну что это за фигня началась футбольная? Еще и мы вбрасывание выиграть не можем. Хорош, 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 Холби. На добивание нет. Хорош, Колби. Нисконен. Дальше. Мегна. 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 Есть бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. Орпик, орпик. Хорошо. Шайба у нас. Кэмпни. Отдать. Не доходит шайба до туда, куда нужно. Оше. Удаление будет у Вегаса. За удар соперника клюшкой. Подбор Бураковский. Передача на пятак, сразу же бросок. Нет, не получается нормально скомбинировать. Ой-ой-ой-ой-ой, Карлсон ускорится. Вегас даже в меньшинстве пытается огрызаться. Было красиво разыграно. Удаление. Еще одно и 5 на 3. Может, это уже 5 на 3 мы сможем реализовать. Жду Овечкина, когда он укатится, а толку никакого.
Шайба почти в воротах оказалась. Оши. Ой-ой-ой-ой-ой. А что сейчас могло произойти, Оши? Бросок. Туда ее. Да что такое? Орлов. Короче, Орлов будет у нас бросать из синей линии. Это просто шикарный по точности бросок. Уже второй за сегодняшнюю серию. И опять туда же. И опять в этот же угол. Бросок! Перекладина. Да что ж ты. Какая-то ты невезучая игра сегодня. Выкатывал, кстати, неплохо. Врана. И один на один. Хорош, Колби. Хорош. Хорошо. Колби, шикарен. Ох ты, нам как повезло. Ты сейчас шайбу-то я выбрасывал направо, а он выбросил налево. Ошибись. Отлично. И вот здесь Бураковский, ну, попадает своего Эйлера же. 5 на 3 опять. Нет. Проигрываем. Овечкин. Есть бросок. Ну, здесь легкий бросочек для вратаря. Поставленная клюшка, но отлично все было. Бэкстрим, блин. Бросок. Ух, застряло в Макнейбе. Да ё-моё. Еще и под конец бы шайбу получили. Вот это было бы шикарно. Вилсон! Еще один бросок! Это 3-2 под конец. Отлично! Я здесь надеялся, или он прошьет, или шайба отскочит куда-нибудь на удобное место, где мы уже бросим. Она отскочила на удобное место, точнее вывалилась у вратаря из-под мышки, и там мы уже реализовали пустые ворота. Фух. Опять мы вытаскиваем игру, которую проигрывали. Бураковский. Неплохой бросок. ...23-13. Ну, Вегас перебросал нас, это было видно. Встретить. 5 на 3 будем играть, да, как я понимаю? Ой-ой-ой, хорошо. 5 на 3, 26 секунд. Надо выиграть, нужно выиграть выбрасывание и выбросить шайбу подальше куда-нибудь. Ох, как опасно! Бросок в ближний угол. 1,5 минуты. Бросок, опасно! Смит. Забрать. Хорошо. Карлсон хорош. Теперь наш там Карлсон борется. Изо всех сил. 43 секунды. Низко, Нин, катим. А передача не проходит на Орпика. В оборонку. Откатываем, Холби. Хорош. Может быть, бросок? У Враны клюшка ломается. Удаление Враны. Удаление еще одно будет. Прессинги. Карлсон. Нет. Хорошо. Ворота сдвинуты. Даут. Хорош. Вовремя в нужном месте. Бросок. Флюри. Еще одно удаление. Да я же что делал-то? Это месиво, конечно, в этой игре. Хорош, Вилсон! Прыгнул под эту шайбу, Холби затащил. Шикарная команда играет, шикарно. Хорош, Холби! Не уходит шайба, Холби! Жесткий силовой помогает нам. Смит-Пелли! И 2 минуты там еще. Офигеть. Опять удаление. Да за что? Да господи, судья, ты прикалываешься, что ли? Просто сломанная игра. 5-5 на 3.
выбросить. Клюшка ломается. Ну зашибись, игра. Ну ты что делаешь-то? Ломаем всех из Вегаса. Ух, как мы откатились в атаку. Ворота сдвинуты. Хорошо. Ух, не проходит пас. Орлов надо... Хорошо. Удаления не будет. Перекладина нас выручает просто. Нет! Шайба в воротах, это 3-3. Все-таки Вегас это сделал. 5-3. Третий раз или какой там уже раз реализовывает. Бросок. Холдит слишком далеко выкатился, да, и не успел прижаться к штанге. 3-3. Мегна. Бросок ближний. Есть выигранное вбрасывание. Орлов! Надо было в касание бросать. Аккуратненько. Орлову! Вот сейчас не дали Орлову бросить. Что, 5-5? Хорош, Холби! Встретить. Холби! Еще раз Холби! Овечкину под бросок! Ох, в оборону быстрее бы откатиться. Колби. Нисконец в ближний угол. Нисконец в ближний угол попадает в Овечкина. Бэкстрем, бросок, Флюри. Ой. Здесь выигранное бросование. И под бросок. Выше ворот. Вкатились. Аккуратно. Расположились. И под бросок. Убиваем воротарей, называется. Нужно облегчить, можно сказать, нам игру. Нужно играть легко. То есть не пытаться что-то сейчас выдумывать. Последние минуты все-таки матча. Если будем что-то выдумывать, можем и проиграть. Закатились. Коннелли. Что такое? Травма. Травма, травма, травма. Дауда все-таки убили в этой игре. Не проходит пас. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто взяли и привезли последнюю атаку сопернику. Шайба в воротах. Ну это тупо. Это тупо. Ну это тупо. Ну как он мог сейчас забросить эту шайбу? Скажите мне, как он мог сейчас эту шайбу забросить? Хэт-трик? Ну смотрим на повторе. Ну как он мог эту шайбу сейчас забросить? Гребаные скриптовые моменты игры. Бураковский! Нет, все. Но мы сами себе привезли это поражение. Этими удалениями, этой передачей в конце, которую дала начать атаку сопернику на последних секундах. Ну это просто ГГ. 50 бросков Вегас сделал в этом матче. Это рекорд, наверное, всех моих карьер. 50 бросков, 31 силовой прием. Офигеть. Офигеть. 11 удалений. Это просто какая-то дичь. Вегас выигрывает нас. Ну что, друзья. Увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайкосики, колокольчик. Не забывайте, чтобы приходило вам оповещение о стримах и видосиках. Всем спасибо, всем пока.